У школьников Якутска появятся культурные паспорта. Введение этого проекта обсудили сегодня в администрации города на рабочем совещании. Культурный паспорт – это комплексный проект, состоящий из нескольких этапов. Первый – авторский пеший маршрут по достопримечательностям города. Затем конкурс среди школ «Знатоки Якутска», состоящий из ряда уроков, презентаций, квестов и викторин. Также на основе книги «Факты о городе Якутске» ученики старших классов напишут эссе, лучшие из которых лягут в основу сценария 3D-сериала о городе Якутске. В рамках этой программы, получается, дети смогут приобщиться к истории и изучать ее, можно так сказать, альтернативные новые методики. По итогам этого совещания, конечно, проект одобрен, он поддержан, мы запускаемся, и уже с этого месяца реализация этой программы начинается в школах города Якутска и его пригородах.